have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, Dishonored 2, пожалуйста, на ваших экранах, все здесь. Я пока монтировал прошлое видео, заметил парочку вещей. Там женщина вот эта, которая лежала, говорила, ну, мертвая женщина, которая говорила, что она не оставит своего мужа, и прямо за стенкой был чувак, единственный живой чувак, но он был типа агрессивный и практически зомбак, потому что он был заражен осами. Возможно, это и был ее муж, во-первых, а во-вторых, а в гнездах, он же писал, этот натурофилософ, который исследовал ос, это, видимо, этот же мужик был, он рассчитывал получить из гнезда какую-то ценную субстанцию, и он об этом писал. И я понял, что гнезда нужно разбивать. Черт, как ты меня заметил? Тут кто-то есть? Что это было? Блин. А, ого. Бежать некуда. Ну так и не беги. Окей, со стражей мы разобрались. Кошель. Блин, я провтыкал, пока разговаривал с вами, я провтыкал, что они такие внимательные, и он меня заметил, я такой стою. Ну ладно, пофиг на них. В самом-то деле. О, тут осы. Пули у меня максимальные, да? Да, хорошо. Зачем я тогда арбалетом с ними разбирался? Ну, я на самом деле больше запаниковал, да, согласен. О, о, так. Вклад герцога Абеля в смену власти. Сообщаю, что наш герцог Лука Абеля сыграл ключевую роль в недавнем перевороте, отстранившем от власти непопулярную Эмили Колдуин. Новая императрица Далила Колдуин, кстати, ну да, она же себя тоже Колдуин называет, быстро разделалась с инакомыслящими и уже сделала несколько заявлений, которые, несомненно, будут с одобрением встречены в Даунвале после неудачного правления Эмили Колдуин. Последнее. Как известно, пренебрегала своими обязанностями ради более приятного времяпрепровождения, а теперь обвиняет в организации убийства своих многочисленных... Обвиняется, наверное, да, в организации убийства своих многочисленных критиков. Переворот наверняка укрепит благосостояние Карнаки, поскольку Далила Колдуин тесно связана с герцогом Абелем. Мы ожидаем приумножения богатств Серконоса и усиление его влияния на всю империю. К сожалению, нам приходит сообщение о затянувшейся беспорядке в Даунволле, организованные теми, кто остался верен коррумпированному режиму императрицы Эмили. Ну да. Что ж. Не, погодьте, туда мы пока не пойдем. Тут целая территория, мне интересно, что тут творится. Давайте я присяду, наверное. Тут какие-то ребята... А, они красные. А это обычные люди. Ну, там повешенные вообще-то, если че. Один праздник за другим. А сезон только начинается. Так, нет, стоп. Я запутался. Нашего города. Пусть верность ваша будет превыше всего. Будьте верными семье. Смотритель? Соседям и а ты кто такой? Князья и короли возвышаются из земли, но смотрители непрестанно заботятся о вас, ибо разве не жизнь? Смотри... Стой, вы чё, секта какая-то? Смотрители, вы чё? Этот вроде, кстати, нормальный. Чё у нас? Вот там руна, ну там выглядит как решетка. Не, я туда сейчас не пойду, я боюсь, что я не смогу пройти, это надо как-то будет обойти. О, тут прямо руна есть. Тогда знаете что? Давайте... Однажды аббатство возьмет вверх и возвысится над пеплом. Возьмет и возвысится. Ешьте знакомое мясо. Дичь и баранину. Говядину и рыбу из холодного океана. Те же, кто ест мясо крыс,
попадут в бездну и пребудут там до скончания часов и веков, до поры, покуда бездна не поглотит наш мир и не уничтожит всякую суть вещей. Фига себе у вас размышления насчет мяса и бездны. Пищу, так веганы обычно рассуждают. Подавайте пищу, я вот думаю, не нужно ли изготавливать свои шарманки в каждом регионе. Например, давайте в пяточку. В городе. Ведь их делают в нескольких местах, а потом рассылают. Это опасно. О, их там двое. Будет хуже, если знания и материалы разойдутся по всем островам. Для шарманки нужны очень нередкие металлы, а работать над ними могут лишь самые твердые в мире смотрители. Иначе можно прийти к колдовству. Может, ты и прав. Форпост смотрителей. Мне подумать страшно, чего добьются культисты, если добудут такую шарманку и обратят ее к своим целям. А вы не культисты, случайно? Такие мощные инструменты и защиты. Так, ладно. Отрывок из молитв смотрителя, автор Верховный Смотритель Абрам Темплтон. И я говорю вам, братья, именно здесь наша благочестивая сила стоит на страже перед лицом надвигающейся тьмы. Именно здесь объединяемся мы против призраков непознанного, которые влекут у нас ужасную ночь. Откуда нет возврата к нашим очагам, к нашим семьям. Мы служим хлыстом для отбившегося от стада и забредших в туманные серые пустоши чужого. Мы зажжем яркий огонь нашими благими деяниями, чтобы и другие не сбились с пути. А тех, кто предпочитает блуждать за стенами наших домов в отдалении, мы будем поражать без промедления, пока их шепот не успел наполнить сердца ближних сомнениями. Ого! То есть у нас тут радикально настроенные. Собирать их в тайне и отправлять только туда, где идет борьба со сверхъестественным. Вот что мне следовало сказать. Теперь меня гложет раскаяние. Совесть будет... Кое-кто нарывается! Я помогу тебе в поисках. Никуда ты не денешься! Он ранен! Что, блин? Лечу мир от тебе подобных. О, что-то вы, ребят, слишком агрессивные для людей веры, если чё. Излечу мир от тебе подобных. Вообще офигел. Так, ладно. Чё это такое? Помни, 7 запретов, особенно распутная плоть, необузданный голод, лживый язык. 7 запретов. А где список запретов? О. Так, Дуглас Харвик, историк об Ордене Оракулов. Сказано о слепых сестрах Ордена Оракулов. На самом деле, глаза видят не хуже моих или ваших, просто они стараются не смотреть на веселье и легкомыслие. Если обстоятельства вынудят их, они могут появиться среди нас, с богато украшенными повязками на глазах. Каким образом они всегда готовы видеть ясно? Они принимают решения на закрытых собраниях, и хотя посторонних туда не допускают, мне описали процесс и разрешили рассказать о нем. Помещение густо окуривают ладаном. Ну, вводят себя в транс, видимо. Благословляют запретами. Не менее 30 сестер нашего ордена рассаживаются по кругу, пока зал не заполнится. Нам не сообщают вопрос заранее, чтобы не было времени подготовить ответ. Будут обсуждаться различные исходы, а некоторые сестры специально подготовлены для продвижения непопулярных и маловероятных сценариев. Молчать не разрешено. Каждый голос должен быть услышан. На принятие решения может уйти какое-то время, к тому времени уже все хорошо представляют себе возможные следствия и могут дать совет в случае непредвиденной ситуации. Когда решение записано, оно может состоять из одной фразы или занять 20 страниц, но его еще должны утвердить одна сестра, высший оракул собственной персоной. А это вот сестры оракулы, это связано с вашей вот сектой или это что-то другое? Интересно, кстати. Там руна. Я понял. А, это тоже не... Стоп, ребят, как там было сведения?
Есть следующая записка. Распутная плоть, необузданный голод и лживый язык. Есть 7 заповедей, и тут указаны 3 из них. Очень похожи на 3 цифры, во-первых. Во-вторых, похожая загадка была в первой части, где-то то ли в псарне, то ли где-то такое. Тоже про 3 чего-то. Блин. О, книженцы. А вот и, кстати, да. Отрывок из реакции 7 запретов. Вот. Окружи истинную суть свою запретами, и ими пробудешь в безопасности. 7 запретов — суть наших основ, что открыли островам смотрители. На них движутся всякие правила, общественные нормы и представления о мире. Все эти склонности следует пресекать, дабы освободить сердце. Так, блуждающий взор. Нет, минуточку. Сейчас. Серьезно, ты мне сразу их записал? Я пошел просто посмотреть, а ты мне сразу 6, 5, 2. Я думал, сам сейчас подбирать буду, смотреть, сравнивать. Он их сразу же записал. Нет, ну удобно, конечно. 6, 5, 2. Руну забрали, денежку забрали. F5 нажали, сохраниться не забыли. О, тут эликсирчик даже есть, как услужливо, спасибо. Тут нам почитать нечего, тут пистолет, но мне не нужен. Кстати, маски, если что. Не один я тут масками балуюсь. Больше ничего. А это что? Древняя музыка, отрывок из обширного труда. Весь природный мир пронизан вибрациями, едва ощутимыми для наших органов чувств. Древней музыки, при присутствии во всем творении, будучи основной основой мироздания. С помощью музыки мы можем творить чудеса, не нарушая естественного порядка вещей и не обращаясь за помощью к враждебным духам. В результате исследований мне удалось открыть гамму из 17 нот, основанных на этом явлении. При использовании правильного оборудования эти ноты могут оказать удивительное действие. Немаловажным представляется их способность успокаивать возмущение бездны, которое мы предписываем чужому. Мне не нравится эта секта. Мне не нравится. Лошадь, уходи. Там наверх можно еще сходить. Давайте сначала наверх, потом будем вниз спускаться потихоньку. Я не очень понимаю, в чем дело. Но этот труп еретика очень важен. Давайте подождем наместника. Когда будет бир? Сейчас он занят. Сказал, что пришлет кого-нибудь. Труп еретика. Смотрители Киндану. А мы пока помним. А труп случайно не привлечет трупных ос? Нет, я его уже посыпал. Посыпал? Ой, крысам привет. Бананчик я слопаю, наверное. О, книжечка. Смешные истории из Сирконоса. Рано утром, незадолго до рассвета, жена Маркола услышала стук в дверь. Это был кто-то из приятелей Маркола. «Где твой муж?» — спросила она. Спросила она? Что-то у меня не сходится немножко. Ладно. Он должен был вместе... Понял. Он должен был вместе с тобой пойти за ящиком арбонского рома. «Мне очень жаль», — ответил друг Маркола. «На перегонном заводе случилось нечто ужасное. Маркола упал вниз головой в бочку с ромом и захлебнулся». Жена разрыдалась. «О, любовь моя, я тебя потеряла. Скажи мне хотя бы, что он умер быстро». «Врать не буду», — сказал друг Маркола. Он поссать выходил 3 раза. То есть он упал и захлебнулся, хотя бы... Ну да, такой юморочек. Не знаю. О, привет. Я не знаю, убивать мне их или душить, честно говоря, они мне не нравятся. Ни на минуточку вообще не нравятся. Ну фиг с ним, попробуем пока душить, а там видно будет. Ну, те... На меня напали, я их и от этого... Тут где-то должен быть еще один Вася. Да, вот он. Ну,
Так, ну-ка. Выдержка смотрителя из протокола допроса. Допрос! Внизу на первом этаже у них повешен человек. Здесь они говорят, что они кого-то допрашивали. Брат Бернардус, где вы нашли эти рисунки, обвиняемый? Я сам их нарисовал, как я уже говорил, я художник, в основном рисую рекламы для газет. Брат Бернардус. Это не похоже на рекламу, это похоже на юридическую бессмыслицу, изготовленную для того, чтобы вызвать болезнь у соседа или вернуть любимого человека, обвиняемый. Понятно, ничего не разбудит вас, поэтому я не буду зря тратить слова, а дам вам совет. Мойтесь хотя бы изредка, смотритель, и потратьтесь на какое-нибудь ароматизированное мыло, если не противоречит запретам. Заключение. По всей видимости, обвиняемому было слабое сердце, и он умер во время допроса, не сообщив более ничего. Его квартиру у канала следует обыскать на предмет рисунков нечестивой природы. Так вы здесь людей пытаете, да? Оглушающая мина. Людей, говорю, пытаете, да? Иди сюда. Чёртова инквизиция. Тут амулет. Стрелы. Так, Амадео, жди меня завтра ночью там же, где всегда. Не забудь рисунки, о которых мы говорили. М. Тайная встреча. Видимо, вот этого чувака. Амадео. Давайте хоть сниму с этой штуки. Лежи здесь. Сюда тоже можно было забраться. Я вас понял. Так. Людей они тут, блин, пытают. Все, короче, мне эти ребята уже очень резко не нравятся. Не позволяй глазам задерживаться на красивых вещах. Лучше вырвать их, чем позволить им взирать на искусы. Знаете, это все начало уж сильно Библию напоминать, если что. Афоризмы смотрителей 114. Один еретический помысел неизбежно влечет за собой другие, подобные тому, как один сорняк, который заражает все пшеничное поле. Знаешь же, есть лишь один путь – дело чужого. Убедить тебя, что их много. Есть только один путь, а дело чужого – убедить тебя, что путей много. Опять же цитата из Библии. Язык должен произносить 7 запретов, все прочее – ересь. Выжигайте из своей среды неверующих, ибо они – суть гниль земная. Таковы личины чужого, сирота с протянутой рукой, шлюха с соблазнительными речами, ученый с толстыми книгами. То есть, сострадание, соблазн и наука, они считают это врагами. Ну, то есть, наука, естественно, любая наука, это враг религии, это всегда так было, кстати. Так что все нормально. Нет искупления еретику, иначе как через масло и пламя. Оу, стоп, там же дальше было, нет? Да, было еще дальше. Бойтесь голодных толп, ибо они жаждут большего, чем пропитание духом. Они покинуты, суждений они лишены. Живите в молчании, ибо одно лишь неверное или ложное слово может привести к великой погибели. Не принимай приглашение чужого. Напитки его яд, а в сердце его погибель кипит. Читает человек с меткой чужого на руке. Уроды, блин. Все вот эти вот религиозные сектанты, все вот это вот говно, это нужно обходить стороной. Этих людей надо опасаться. Ладно, нижние этажи, я же говорю, я потом еще проверю, обойду. Пойдемте сходим на крышу. Коль таковая тут имеется. Оп. В пяточку. Не свисти. Денег не будет. Яблочко я съем, наверное, вот это. Я его заприметил еще, когда подходил. Так, что у нас тут? У нас тут пульки, у нас тут... А что, у нас тут больше ничего нету, да?
Руна 28. Она в этом здании? Амулеты руны где-то внизу. Ну да. Так, здесь. О, вон там есть амулет. Ну-ка, ребят, сейчас мы сюда вернемся. Это не проблема. Дабы не пустили они корни в нашем сообществе. Почему ты такой? Их время. Олень, корва. Меня загрузило здесь. Я нажал сохранение, да? Сейчас я их быстренько перебью опять. Так. Обыскивать и всякое такое. Это пистолеты, я так понимаю, у них забирать, которые у меня уже имеются. У них тут много пистолетов, они вообще тренировались в стрельбе. Тут еще, кстати, можно куда-то пойти, я сейчас что-то заметил. Давайте сходим. Крантик можно открыть. Я понял. То есть здесь, по сути, такого вроде как ничего такого нету, да? Ну, надо будет сюда еще вернуться. Мы сейчас просто туда по крыше сходим. Я видел там на дальней крыше руну. Интересно, как я туда могу добраться. Сейчас посмотрим. А, вот как это работает. Не просто это должно быть, а вот это посадочная должна быть такая, типа... Ай, блин. Вот это немножечко кривовато, на мой взгляд. А, деньги. А это, случайно, не то место? Пауло, вот деньги за неделю. По-моему, нам нужно обсудить размер оплаты. Разбойные нападения, комендантский час, королевские убийцы и прочее. Из этого люди стали покупать меньше выпивки. Вы обязались не допускать к нам гвардейцев и проклятых смотрителей. Мы очень недовольны, так и знай. Присцилла Б. От имени по поручению ассоциации виноторговцев. Кто-то тут кого-то крышевал, да, я так понимаю? А, F5. Тут какой-то палисад... Ну, это тепличка какая-то, не тепличка. Мне интересно, вот... Здесь же был... О, там осы. О! Все равно умудрились укусить. Чувак, из которого пролупились осы. О, ну-ка. Это была забытая тетрадь. Это было 3 года назад, в месяц Земли. Небо над Карнахой было усыпано звездами. Я помню все совершенно отчетливо, потому что в тот день я потерял работу в королевской кунсткамере. Я провел всю ночь на крыше, пил и смотрел на эти далекие светящиеся точки, ища у них ответа. Четко... проявилось одно созвездие, кит с яркой голубой звездой на месте глаза. Оно было красивым и будто смотрело на меня, сочувствуя. На следующий день, когда моя голова все еще болела после выпитого, я кое-что нашел в уличной луже. Оно было сделано из китовой кости, украшено странными знаками. Этот амулет удачи, решил я, и он действовал долгое время. Дела пошли на лад. Но теперь моя удача покинула меня, как и все. О ком я заботился, как все, чем владел. Это глупо, но я снова поднялся сюда, в надежде, что если снова увижу в небе доброго кита с глазом звездой, то все опять наладится. Я буду ждать и смотреть, когда он вернется. Я помашу ему и буду надеяться на еще одно благословение. Я не знаю, что мне еще делать. Он тут очень много выпил, если что. Но у чувака явно не пошло. Руна, амулет. Это в этом здании, наверное. Нет, давайте сейчас вернемся туда, к смотрителям. К несмотрителям, как они там себя называют, эти придурки. Секта, короче, это. Давайте сейчас вернемся туда. Крыски. Дабы не пустили они... а ты... На этаж ниже. Вот ты кто такой? Лиам Бирн. Да. Наместник Верховного Смотрителя.
логика предикатов наместника. Ну, давайте я заберу. 200 монет, кстати. Это не чертеж? Закалка. Чертеж! Главное, навожусь на него. Ничего, навожусь, краечку появляется. Ну-ка, а ты что такое? Не отправленное письмо Верховному Смотрителю. Уважаемый Верховный Смотритель Хулан, надеюсь, вы в добром здравии и не слишком скучаете по Вейгону, который, как мне говорили, в это время года прекрасен. Прошу простить за этот поток писем, но я вновь хочу проинформировать вас о ситуации на Серконосе. Возможно, вы смогли бы мне помочь. Герцог Лука Абеле просто шут, он демонстрирует нескрываемое презрение к аббатству. Его алчность не знает границ. Мне отвратительно находиться с ним в одном помещении, нам приходится поддерживать видимость отношений ради блага нации. Вас называют объединителем, и именно вас аббатство отчаянно нуждается после всех бедствий крысиной чумы, поэтому ваш совет для меня особенно ценен. Под властью герцога улицы заполонили головорезы. Пауло и его бандиты налегают с каждым днем. Пауло. Та записка на улице отрисовалась Пауло. А тот чувак, которого сверху пытали, по-моему, это не Пауло. По-моему, надо бы сейчас сравнить это все. Под властью герцога. Ага. И еще кое-что меня беспокоит. Моя недавняя переписка с Орденом Оракулов. Некоторые их ответы пришли после установленного срока, и когда мы все же их получили, письма и заявления были написаны в каком-то непривычном ритме. Ваш брат по вере, наместник Верховного Смотрителя Лиам Бирн. То есть, стоп. А это же здесь, с сейфом. То есть я просто недообыскал. Офигенно. Отчет Оракула. День 18. Сестра Эллисон, протокольный писарь. Также присутствует сестра Анна, сестра Маргарет, сестра Табата. Далее следует точная и полная запись слов сестры Анны Оракула. Пожалуйста, больше ладана. Да. Мы же с вами читали, что они накуривают комнату. Точно, точно. Слилось прошлое с грядущим. У меня нет тела, пыль меня окружает столь густая, что зрение мое дрожит. Это алчность в осязаемой форме. В ней прячется 1000 зол. О, глядите, сестры, ересь 20 негодяев, прислужники бездны, гнусные паломники чужого. В этот самый миг они собираются вместе в темном переулке, где земля скользит от рыбьих потрохов в самом сердце пыльного квартала. Теперь я иду дальше, все еще в облаке пыли, я почти ослепла, но я что-то чувствую. Здесь прячутся другие богохульники, у меня во рту странный вкус. Что же это? Здесь наступила пауза столь долгая, что сестра Табата наконец осмелилась прервать молчание. Сестра моя, закончи. Началось ли твое видение или нет, то что ты видишь? Сестра Анна отвечала так. Я получила послание от наместника Верховного Смотрителя. Скажите Бирну, чтобы прекратил вмешиваться в дела кунсткамеры. Это излишне. А теперь сестре Анне потребуется отдых. Так закончился сеанс. Истинно и подобно сестра Эллисон. То есть, по сути, Бирн это тот, кто здесь главный. Оракулы сказали ему, чувак, не лезь. Он этим возмутился и начал писать письмо какому-то еще более верховному смотрителю. Здравствуйте. Тут ничего нет. Окей, я понял. Да, это мы читали, все. Пойдемте вниз, сходим за... Давайте пяточку нажмем, вниз сходим. А, история Бортни Оракулов, да, это мы тоже читали. Хорошо. То есть это даже не здесь, это еще на этаж ниже выходить. А, тут я и не зайду точно. Хорошо, пойдемте. Тут много всего так-то. А, не на улице? Кость. Как кость? Вроде ничего. Реструм. Пойдемте зайдем. Может, нам нужно облегчиться. Ну, чего я ожидал? Что тут что-то будет, что ли? Ну, хоть руны в унитаз не прячут, и то спасибо. Закройся. А почему я не вижу своего? Это же зеркало, наверное. Ну, кстати, смотрите, унитазы уже более цивильные, чем просто вот эти, которые мы видели раньше. О, там кто-то есть.
поддается бродяжничеству, не связан узами семьи и добрососедства, ибо отвергают бродяги всякие устои и сами семь запретов попирают ногами своими. Всякий бродяга... Как ты смеешь? Мне нужна помощь! Вот так и смею. Что тут происходит? Кто-нибудь, помогите! Людям мозг засирают. Это неправильно! Это правильно, правильно, чувак, что? Успокойся. Во имя за... Эй, ты! Он не убежит! Давайте и за... Посмотрим, что там... Нет! Стоп! Кого-то убили! У нас потери! Зараза! Да, у вас потери. Твоя вина в том, что ты стоишь в моем пути. Нищет! Все, мы поговорили? А, есть еще. Убийство! Зовите человеку! Что тут случилось? Где? Тут кто-то еще хотел на меня напасть. А, пистолеты я у тебя заберу, кстати. А то я потратил на вас пульки, на вас бесполезные вот эти... Не буду говорить, кто... Здесь? Да, да, труп здесь. Ай, людям стоят голову, короче, морочат, засирают. Эти слушают такие, слушают. Стража! Люди! Нормальный, нормальный. Хорошо. Так, чувак. Ты бы не маячил тут особо. Это, кстати, цирюльня, если чё. Грабить. Прошу прощения, но оставайтесь в зале для посетителей. Хорошо, я тебя грабить не буду, ты нормальный чувак. Покупателям сюда ходить не нужно. Не нужно. Ну, тебе арбалетные болты тоже не нужно. Я твою кассу не трогал. Я открыл, да, но я думал, тебя тут нету. Это не ты. Все. Что? Кому-то плохо. Сейчас тебе тоже может поплохить, так что ты осторожней там. Это... Кто это все творит? Так, тут у нас кипаут, кстати. И туда прям не попасть. Ну, как бы, наверное... А, это же разве... Там же у нас световая стена, это выход к портовому району, да? Блин, я тут мародерствую, на самом деле это не очень хорошо. Мне было интересно посмотреть, что там по чесноку. Ну, такое, зайти я туда не могу. Своя лодка. Вот это жизнь. Да, была бы у тебя своя лодка, тебе прям хорошо было бы. Почему я не могу местных просто придушивать потихонечку? Мне вот это вот интересно. Ну, я же их не убиваю. Убить-то в том-то и дело, что я могу, а придушивать не могу. Почему? Так. Руна. Амулет. Здесь. В этом доме. Задерживайтесь. Мы ищем следы ереси. Что? Здесь? Слушайте, мне просто нужно... Именем аббатства район закрыт. Входить сюда запрещено. Следы ереси они ищут, а? Да ну блин, туда запрыгнуть можно или нет? Ты останавливаешься? Нет вести от наших сестер. Да, восстанавливайте. Странно. Очень странно. Нужно черпать силу у братьев, ибо разве не едины мы? Окно я открыть не могу. Мне явно сюда, там есть и руна, и... А, стоп, это вот это вот здание, да? Да. Надо понять, как мы туда попадаем. Там есть окно, дверь. Дверь неактивна. В окно я тоже залезть не могу. Вот эти все окна тоже неактивны. А, туда внутрь можно на самом деле проникнуть. Давайте сходим, посмотрим, что здесь. Так. Это ни о чем. Хо-хо-хо.
Тут такая отвратительная музыка начинается, когда на тебя нападают. Она все такая, ой, кошель. Все такая гнетущая и всякое такое. Фиговые осы. Так, тут этого не я замочил, если что. Тут что-то есть? Тут есть труп. Тут есть лут, что тоже хорошо. Язычники совсем обнаглели. Граната. Пущу, чтобы нога богохульника попирала эту землю. Угу. Как мне внутрь-то попасть? Ты мне отсюда или где? Тут сплошная стена. О, там окошко есть. Тут сплошная стена. Отсюда я не попадаю никак внутрь. А мне нужно в это здание. Прям очень нужно. Так, это вот то место, которое было. Вот этот дом на этих братьев, акробатьев. А как я попадаю? Ну, там понятно, что вот это окно, наверное, с другой стороны открывается. Можно ли туда попасть, если... Нет, так я разобьюсь нафиг. Так я разобьюсь нафиг, так мне нельзя. Нужно вот сюда. И вот сюда. Наверное, да? Ну да. Consumed infection. Там они внутри спокойно так ходят. Жалкая крыса. Я же сказал, что будет, если на меня донесешь. Я предупреждал. Не надо, у меня не было выбора. Световая стена времен крысиной чумы. Что-то не так, вы что-то видели? А ну вернись! Не уйдем! Бежать некуда! Я ее не могу вырубить? Ты труп! Да. Ого, чувака, дезинтегрировало просто. Так. Сейчас я соображу, как это все выглядит. Вот я здесь в этом проходе сейчас, скорее всего. Вот это здание, которое мне нужно. Вход с другой стороны, что ли? Перенастроить я не могу. Проклятие. Иди сюда, иди сюда. Ну все, тебе конец. Так, давайте я тогда сейчас по-быренькому обойду. Попробую зайти с той стороны. Я, наверное, наложила на себя руки. Так, ребят, чтобы нам лишний раз... нет, я сейчас туда сбегаю. Если я найду вход, я вам покажу, как это все делается. Так что я пока бегу вокруг стены через вот это вот пчелиное здание. Так, я тут сейчас с этой стороны обошел пока что. Вот эта стена, вот это здание. Попробуем зайти отсюда. Мне кажется, это было бы логично. А я здесь, кстати, не был. Я это место не нашел просто в прошлый раз. Прикольно. А вот и вход. Маску носишь? Да-да-да, нашел. Что еще стряслось? Не разговариваю с людьми, которые носят маску. Так, тут входа нету. Б. Что? Даже не частоты. Помогите! Мне нужна помощь! Не нужна, не нужна. На кого-то напали! Точно не на тебя. Блин, я просто деревяшку при... До свидания. Хапчик. А? Там кто-то есть? А это... О, вот тут этот балкончик. Ясно. Чтобы брать. Ага, тайное письмо брату
Гарольду. Добрый брат Гарольд, на прошлой неделе, когда мы поговорили, в каком я был состоянии. Хорошо, что ты ответил, отвел меня в сторону и дал совет. Я впустил его в свое сердце и вижу теперь, что ты прав. Да, мне следует пройти ритуал очищения. О, что меня ждет. Я хорошо это знаю, а ты, наверное, не знаешь, но я уже приходил этот ритуал 3 года назад. Я был молод и силен, но все равно был на волоске от смерти. Могу ли я попросить тебя никому не рассказывать о нашем разговоре? Разумеется, в ближайшее время я подготовлюсь к ритуалу, хотя, признаюсь, после нашей беседы мне уже стало намного лучше. Никакого сравнения с тем возбужденным состоянием, в котором ты меня застал. Ко мне вернулся покой, ясность. Правда, мне лучше во всем, брат Честер. Честер, ты любишь читос? Где? Прямо у меня под ногами амулет. Руна. Руна здесь. О-о-о, меня что, опять затащит эту фигню? Города умирают. Гниют. Ну, есть чуть-чуть, да. Мы видели это в Дануоле 15 лет назад. 15 лет прошло. Хочешь вернуть год, когда ты стал тем, что ты есть? Не отрицай. Крысы в колыбелях, черный дым над трупами, плач по всему городу. Все возвращается. Ты дома. Это твой город. Город для таких, как ты, и город королевского убийцы. Чужой в обусловленных снах. Картину забрали. Так, руны у нас еще 93 метра, амулет 148, очень далеко. Здесь больше ничего нет, поэтому можно спокойно просто дальше обшаривать, что здесь есть. Голова. Бедный Йорик. Иди отсюда нафиг. Хорошо, пошел. Так. Так. Письмо от Минди. Амадео, у тебя на спине интересная татуировка. Где ты взял рисунок? Давай поговорим об этом. Приходи в ведьмину руку и спроси Минди. Не пожалеешь. Ведьмина рука. О. Кто там так вздыхает? Это вот Адама с первого этажа. Тут больше ничего. Вот это окошко, которое закрыто было. Я думаю, да, его отсюда можно... Да ну! Тут есть куда пойти дальше. Да нет. Все нормально, тут только 2 этажа. То есть вот эта дверь почему-то не хотела у нас открываться. Вот арбалетные болты я возьму, кстати. Квартира разнесена в щепки. Дверь выбита, судя по всему. Сюда ворвались 2 вот этих вот имбецилов. Вот этих вот. И начали проводить здесь обыск. Рыская и всякое такое. А у чувака был алтарь чужого. Естественно, они ему приписали все грехи, которые возможны. По понятным причинам. А все здесь разбили, все перерыскали. Все то-то, сё-то. Ну, они тут творят полный беспредел. То, что я вижу. Хорошо. Я больше тут не вижу никаких секретов. До меня тут порылись основательно. Но теперь у меня открыт шорткат, по крайней мере, мне не придется оббегать. Так, хорошо. Мне еще вон туда бы сходить. Я был бы доволен. А знаете что? Давайте мы с вами посмотрим. Так, предметы. Ключ от комнаты для допросов. Это я уже... Вот, ключ от подпольной лавки, кстати. Это интересно. Истории. Ну, это новые истории. Карты. Это все, что мы с вами читали, кстати. Вот карта верфи, которую я скачал. Находки. Вот что меня интересует. Умение. У нас 5 рун. Что, кстати, неплохо.
Что у нас тут было? Перенос я вот прокачал на дальнее расстояние. У нас есть перенаправление переноса. Вы не двигаетесь на цель, а перенос, время замирает. Я не уверен, что мне это надо. Но это надо тем, кто играет сильно по стелсу, что когда вас вот-вот заметят, вы таки зажимаете кнопку переноса, и вас не заметят. Не знаю, и вот это вот с атакой тоже пока не очень хочу. Что я хочу? Я бы хотел, наверное, вселение. Глаза. Блин, глаза тоже хочу. Но глаза 2 стоят, кстати, недорого. Вселение 4. Установка времени 5. И потом ее апгрейды дофига какие дорогие. Вселение. А, это за жадная стая. Вселение у нас здесь. Это я что-то не туда тупанул. Вселение на самом деле штука очень полезная. Я бы даже апгрейды к ней покачал бы. Ветер, я в прошлый раз... Не знаю, может я его просто не оценил. Но мне не зашло в прошлый раз. Это магия. Кстати, насчет магии. Фишка в том, что они же ничего не добавили. Здесь осталась точно та же магия. С одной стороны, можно приколупаться к тому, что... Блин, ну это же вторая часть. Могли бы что-то улучшить. А с другой стороны, если бы они добавили какую-то магию, начали бы появляться вопросы. Стоп, а что изменилось? А почему не было раньше? И всякое такое. Так что в этом есть какая-то логика. И цепляться к этому я не буду. Да, давайте качаем вселение. Да. И вселение на длительное время. Вселение в мертвеца. Зомбятину я не хочу. Я хочу вот это. Насчет длительного времени. Нет, я подкоплю еще руну. Я хочу еще себе взять глаза, чтобы у меня хоть какие-то глаза были. О, там олень бегает. Два оленя. Твои приключения закончились. Ладно. Прибежали на свою голову. Надо патроны, где-то 3 патрончика достать. Они тут людей вешают, между прочим. Так что... Так, где у нас там была? Вот тут у нас руна, 31 метр. Надо попробовать как-то до нее добраться. Я полагаю, что может быть... Тут я и не попаду никак. Черт, мне нужно попасть в канализацию, получается? Беспорядки в нашем районе? Не-не-не, тебе показалось. Сюда весь этот сброд. Это магазин. А не устроит ли еще один вечер громкий? Устрой. Устрой. ХПшки себе восстановлю, яблочек похаваю. Так. Срочная доставка фруктов. Синди, я знаю, что тебя бесит, когда мы переносим время место встречи. Но разве есть выбор? Совсем не просто таскать фрукты из большого дворца из-под носа герцога. Сама знаешь, это самые лучшие фрукты, так что уверен, ты не откажешься от наших услуг, даже если мы не сможем назначать точное место доставки. Надо идти на уступки, как в любом деле, Элиас. Я их только что съел. Извините. Корва у нас был настолько голоден, что решил просто захомячить все фрукты. Ради восстановления собственной задницы. Так, хорошо. Зачем нам сюда? Ничего, ничего. Очень интересное местечко, кстати. Ага. Могилы роют. А зачем? Зачем мне возможность сюда прийти? Зачем оно в принципе, это место? Трупы, трупы. Их тут сжигают, да, я так понимаю? Я думал, это будет спуск в какой-то подвал, подземелье. Я тут могу... Да даже если я тут в крысу вселюсь, и у меня тут нету места, куда я могу пролезть. Знаете что? А ведь я могу... И раз уж у меня теперь есть вселение... А,
Я... нет слов. Ты... Что? А? Что за... Ублюдок! Нет, нет, нет. А? Что? Мне нужна помощь. Ничего, давайте уберу этого. А? Что происходит? Стой! Поваляйтесь тут. Так, меня интересует вот что. Может, я могу вселиться во что-то и... Я получил урон, нырнув, вы серьезно? Ключ какая. Людей хватает прямо на улице. Что ебать? Эй, кто здесь? Никого, никого. Не заставляй меня за тобой носиться. Как туда попасть? Это же мне сюда надо? Да, сюда. Может, рыбой какой-то стать? Ну-ка, секундочку. Блин, это дурная идея, да? Давайте в пяточку. Нет. Нет, рыбой не получится. А крысой? Крысой, наверное, тоже. Блин, это вот сейчас загадка на самом деле. Я не знаю, как достать эту руну, а я хочу ее достать. Это неприятно. Ты ж туда наверх не сможешь забраться? Сможешь. Спасибо. Куда оно? А, чувак увидел, как я телепортнулся. Он такой, а, куда? Куда пошел этот урод? А, вот он. Опять гвардейцы, герцогские шавки. Твою голову дают столько серебра, сколько она весит! Чужак! Станция Адермир. Отсюда я доберусь до института. Пора забирать. Проклятие на мою голову. На твою можно и проклятие, кстати, да. У тебя нет шансов. Херня тут творится. У меня патроны закончились. У меня для тебя кое-что есть. Согласен. Патроны закончились, прикинь, вот что случилось. Надо будет подобрать. О, монетки, неплохо. Вот это вот гражданка труп, серьезно? Блин, я убил опять. Ай, ну это нечестно, я стрелял не в нее. Ладно. Так. Одна руна прямо под нами. И один амулет где-то там. И нам, по сути, туда. Что? А, там сверху. Это, кстати, интересно. Говорил, сей пастор, полосы не пропустит. Адермир закрыт для посетителей. Попробуем еще раз. Повозки. Что? Кому-то плохо. Они теперь не пускают. Даже тех, кому очень нужно. Скажем, что мы от Люси и пастор. А ты-то что делаешь? Они нам не откажут. На нас надеются сотни шахтеров. Столько деток кашляют от пыли. Угасают с каждым днем. Я тебе помочь хочу. Корица всегда о них заботилась. Похоже, за это и поплатилась. Иди обратно на улицу. Еще и Гепатия перестанет нам помогать, то никакой надежды не останется. Так.
ужасно. Твоя маска не понравится гвардейцам. Гвардейцы мне тоже не очень понравятся, если что. Оставим пока этот вопрос с той руной. Я не знаю, как ее получить. Мне это неприятно, но это так. Так, 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 так. На самом деле, на что я обратил внимание, тут стало... Вот зараза! Так где ты уже? Что-то случилось! А, это они меня просто боятся. Я думал, тут еще солдаты где-то. Какая дерзость! Блин, она все-таки умерла. Ладно, я... Если, я, конечно, хочет получить деньги, оставьте меня в покое, пожалуйста. Пожалуйста. Разве так трудно немного прибраться? Зачем вообще нужна челядь, если все бездельничают? Стоп. Стоматолог. А зачем я сюда лезу? Я думал, тут что-то открытое будет. Что? Кому-то плохо. О, тут есть вход. Здравствуйте. Тут есть вход, значит, я сюда не зря перся. Что это у нас? Серконосские легенды. Король Моль. Ну, не знаю. О. О. Тут пули, по крайней мере, есть. Перламутровый веер. Тут что-то происходило. Я бы почитал про это. Труп женщины. И чувак, который застрелился. И ни одной за... Что? А, это будильник. Ни одной записки. А как так-то? А, вот записка, кстати. Моему брату, дорогой Эмилио, я знаю, что скажешь, но все равно у меня внутри все умерло, так что попытаюсь. Я нашел старую ведьму, она сказала, что еще не поздно перехитрить смерть. Я отдал ей все монеты, а она дала мне заклинание, чтобы вернуть бедняжку Лизбет, которая только что радовалась, как ребенок, через минуту уже лежала мертвой. Я записал это ужасное заклинание, я делаю это только ради Лизбет. 4 пальца. Два свежих твоих и 2 холодных, окоченевших от умершего любимого человека. Положить в медную кастрюлю с китовой кровью и травами, что я тебе дала, кипятить и повторять слово «вернись» до тех пор, пока язык не начнет заплетаться. Эмилия, если ты меня больше не... Если от меня больше не будет вестей, значит, надежды нет, Сильвио. Пытался сестру воскресить. А, сожалею, чувак. Ну, как бы да. О. Манекены тут, конечно, жуткие. Ну, знаете что, манекены всегда жуткие. Знаете что, ребят, давайте тогда на этом моменте мы с вами и закончим. Я, наверное, ну, я подумаю еще, как достать ту руну из решетки. То есть рыба, я туда не могу запрыгнуть, крысы, я туда не могу попасть. Я не знаю, как туда попасть, я не вижу способа, как туда попасть. Наверное, я ее просто брошу, и мы с вами пойдем дальше. Нам по заданию вон туда куда-то. Пока что давайте в пяточку... Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.